обжорство, час обжорства настал. Что-то креветки маленькие какие-то. Не, не маленькие, хорошие креветки. Я забыла мой пароль на фразе. Вау, thank you very much. Зуля, а у тебя что там такое? Короче говоря, вот это блюдо я заказала. Это стоит $25 с копейками. Но в итоге там со всеми налогами выйдет $28. Но это all you can eat. Все, что я могу съесть. То есть я могу заказывать это блюдо неоднократно. То есть сейчас мне принесли жареные креветки, потом мне их принесут пареные, потом мне их принесут в каком-то соусе. Я, конечно, все не смогу это снять, но что самое интересное, то что заказала один раз и ешь хоть залейся, хоть заешься. Зуля уже кушает. Что ты заказала? Как они называются? Скалопс. Я сейчас потихоньку буду таскать ее скалопс, она будет потихоньку таскать мои креветки. Не знаю. Это беленькие такие штучки. Не знаю, что такое скалопс, но что-то очень-очень вкусное. Вот. Скалоп? Скалоп – это свинина жареная, отбивная. И вот такой маленький такой ресторанчик. И вот тут барчик, вот этот барменчик нас и обслуживал только что. Такой мальчик хороший, лысенький, симпатичный. И вот я хочу показать опять же, вот над нами, над головой висит вот такая штука металлическая, полная ракушек. Все очень просто, все очень совершенно просто, и все настолько красиво и уютно. Зуля. Зуля уже приступила к поглощению пищи конкретно. А я нет, я пока остановиться не могу. Я могла бы снять, конечно, процесс поедания этих... Зуля, тащи мои креветки. Ты таски. В общем, сейчас, пока не объемся, обожрусь и помру молодой. Ну, пивка, конечно. Какая песня без баяна? Какие креветки без пива? Такого не бывает. Завидую.